Папа, живи. Волочкова довела до слез редкой фотографией с отцом. Анастасия в отчаянии. Ее отцу совсем плохо. Балерина бросила все дела в Москве и срочно отправилась в Санкт-Петербург, чтобы успеть увидеться с любимым родителем. 48-летняя заслуженная артистка России не скрывает, что ее отношения с родителями всегда были непростыми. С мамой, экскурсоводом Тамарой Владимировной, танцовщица много конфликтовала, в том числе в публичном поле. С отцом, тренером по легкой атлетике Юрием Федоровичем, долгое время чувствовала отдаление. Однако все недопонимания меркнут, когда речь идет о жизни и смерти. Папе Анастасии уже 77 лет, в последние годы мужчина тяжело болеет. Еще 15 лет назад он перенес инсульт, в результате чего практически потерял способность полноценно говорить и ходить, а на днях ситуация резко ухудшилась. Об этом поклонникам сообщила сама блондинка в соцсетях. «Мчу на вокзал и в Питер. Надо одним днем увидеться с папой и мамой. Папа очень плох, надо успеть», написала накануне звезда у себя в микроблоге, чем немало встревожила публику.